Открывая данное заседание, председатель общественной палаты Карачаево-Черкесии Вера Молдаванова в очередной раз напомнила присутствующим, в каких сферах сегодня в нашей республике работают волонтеры. О некоторых из них мы не раз рассказывали в наших телевизионных эфирах. В их числе ребята из благотворительных фондов «Территория милосердия», «Доброгорец», оказывающих помощь малоимущим семьям, одиноким старикам, людям с ограниченными возможностями здоровья. Есть в нашей республике и люди, которым не безразлична судьба братьев наших меньших. В 2016 году в Черкесске заработал первый в регионе благотворительный фонд помощи безнадзорным животным «Кот и пес». Кроме того, волонтерские бригады созданы практически при каждом учебном заведении. Ребята проводят различные акции экологической и патриотической направленности. Так молодые добровольцы участвуют в реализации социально значимых проектов, направленных на помощь своему сообществу, на профилактику и предупреждение распространения ВИЧ-инфекции и СПИДа среди подростков и молодежи, в дворовых спортивных мероприятиях, массовых мероприятиях и другие. Все эти люди своим примером и добрыми делами стараются сделать этот мир лучше, не требуя взамен ничего. Теперь же государство озаботилось поддержкой и развитием добровольческого движения. Есть ребята, которые занимаются волонтерством, причем волонтеров много, но у нас возникла проблема. Проблема какая? Оказывается, при каждом ведомстве, при каждом министерстве, при каждом вузе, при каждой организации есть волонтеры, есть добровольцы. Но общего реестра, как мы говорили, нету. И вот наше министерство решило как бы со своими коллегами собраться и выяснить, какие, например, у них есть волонтеры и так далее. Мы собираемся и понимаем, что вообще межведомственного взаимодействия между нами по этому вопросу практически нет. Теперь активистам предлагают фиксировать свою деятельность в личных книжках волонтеров. Зачем она нужна? Личная книжка волонтера – это аналог трудовой. Только в нее заносится стаж работы не за деньги, а за добровольческий труд на безвозмездной основе. В ней фиксируется трудовой стаж волонтера, его обучение и меры поощрения. Если у вас будет в наличии такой документ, не забудьте прихватить его с собой на собеседование при приеме на работу в государственное учреждение или крупную коммерческую компанию. Личная книжка волонтера даст отличные рекомендации, уверил заместитель министра труда, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесии Адлер Туркменов и при поступлении в ВУЗ. Не так давно для поддержки волонтерского движения был также создан портал «Добровольцы России». Несмотря на то, что активистов в нашей республике большое количество, на данном сайте зарегистрировалось всего несколько десятков. А ведь портал – это, по сути, система электронного сопровождения добровольческой деятельности. И данный ресурс позволит вести волонтерские книжки и портфолио в электронном виде. А также он дает возможность получать информацию о том, где востребованы волонтеры и в каких мероприятиях они могут поучаствовать. На заседании был поднят вопрос материальной помощи организации, осуществляющих данную деятельность. С этого года физические лица, вот я как раз хотел бы об этом сказать, уже 16 ребят из Карачаева-Черкесии выиграло более 1,5 миллиона рублей на свои проекты. До 28 есть такой сайт Росмолгрант. Вот это запомните, это и для общественников, и для любых. Росмолгрант — это сайт, в котором полным ходом рассказывается о том, какие гранты, какие площадки, какие лица могут получать грантовую поддержку. Обсуждая предложения в области системной поддержки добровольческого движения в регионе, участники круглого стола остановились на вопросах создания ресурсного центра по развитию добровольничества. Он должен стать площадкой, которая создаст комфортные мотивирующие условия для действующих и новых волонтеров. Фатима Куршева, Михаил Каракелян. Итоги недели.